Так, ну, продолжаем вязать носки. Вот я связала голенище носка, сделала 5 рапопортов, 1, 2, 3, 4, 5 узора гусиной лапки, и связала вот здесь вот несколько рядов простой лицевой гладью. Теперь начинаем вывязывать пяточку. На пятку мы вяжем 21 петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Почему 21? Вообще на пятку берется нечетное число петель. Для чего? Для того, чтобы было бы легко ее поделить на 3. Вот теперь эти 21 петельку мы вяжем вверх. Вот эти петли мы не вяжем. Значит, поворачиваем вязание и дальше продолжаем вязать вверх. Вяжем эту часть. Вверх мы вяжем примерно 14 рядов. Для того, чтобы пяточка была более плотная, можно добавить какую-нибудь ниточку плотную. Некоторые добавляют шелковую там или хлопчатобумажную нитку для того, чтобы пяточка дольше держалась и не рвалась. Можно так делать. Это у нас правый носок. Когда вы вяжете левый носочек, то вот эту пяточку начинаете вязать с другой стороны, не с лицевой стороны, а с изнаночной будете вязать пяточку. Так, вот я чуть-чуть подняла, сейчас покажу. Вот это у нас правый носочек, а вот у меня есть заготовка на левый носочек. Как видите, здесь мы вяжем сперва эту сторону, а на левом носочке мы будем вязать эту сторону пяточки. Вообще я советую, когда вяжете носочки, вяжите сразу обе части параллельно. И правую, и левую, левый носок. Почему? Потому что, ну, не всегда удается все сразу связать в один вечер, например, да?
там то дела какие-то отвлекут, то деткам то сготовить, ну, женщины знают, да, то готовить надо, то там прибраться надо, то еще что-то. И вяжем мы обычно в свободное время иногда. И забываешь, где что там провязал, не довязал, где какие петельки набрал. Поэтому, когда вяжешь параллельно, обе части начинаешь, и уже как-то не так сильно путаешься в этом. Поэтому у меня есть заготовка на левый носочек, а это я правый вяжу. И иногда бывает, один носок свяжешь, и оставила, значит, а второй носок потом, через некоторое время довязываешь, а они разные. Разные толщины получились, или где-то, или приходится пересчитывать эти ряды, петельки, забываешь иногда. Вот, бывает такое. И потом получается что-то знает что. Так. Получилось. Я обычно считаю рядочки вот по этим вот, видите, петельки, вот по ним я считаю, вот у меня их должно быть 7. На каждая петелька это 2 ряда. 1 2 3 4 5 6 у меня только. Еще 2 ряда сделаю и начнем закрывать пяточку. Последнюю петельку я всегда вяжу изнаночную, чтобы, не знаю, ну, чтобы вот это вот у меня были видны эти петельки. Так, у меня 1 2 3 4 5 6 7. Все, теперь на лицевую сторону переходим и будем вывязывать саму пяточку. Так, у нас 21 петелька, делим на 3. Это по 7 петелек. Это у нас 7 петель, по 7 петелек будет по бокам пятки. И сама, собственно, пяточка тоже 7 петелек. Так, сейчас я покажу. Так, вот теперь начинаем так вязать. Провяжем 14 петелек. Вернее, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11 12 13 14, 2 вместе провязываем. Так, поворачиваем вязание. Так, теперь вяжем 7 петелек. Вот это тоже считаем, кромочную тоже считаем. 1 2 3 4, 5,
6, 7, 2 вместе изнаночные. Так, поворачиваем вязание. Вот теперь будем вязать вот эти середочку, 7 петелек у нас. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вяжем вместе вот с следующей петелькой лицевой. 2 вместе захватили. Здесь у нас 5 осталось петелек. И так постепенно убавляем их. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе. Так, затянули. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 вместе. Поворачиваем. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 2 вместе. И вместе. Так, опять 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 вместе. 7 и следующая петелька. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, еще по 2 петельки осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 вместе. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Чуть-чуть, наша пяточка будет готова. Так. 3, 4, 5, 6, 2 вместе. И последний ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 2 вместе. Вот в итоге у нас на спице осталось всего лишь 7 петелек. Теперь нам нужно будет, вот у нас пяточка, да? Теперь надо будет добрать те по 7 петелек. 14, вернее, петелек. Здесь 7 нам нужно будет добрать. И здесь 7 петелек вот по этой стороне. Вяжем дальше так вот. 1. Вяжем вот эти вот 7 петелек. Так, провязали. И теперь вот по этой стороне добираем еще 7 петелек, которые мы когда-то закрыли. 1, 2, 3. Вот как раз видны наши вот эти 7 петелек. Помните, я вам говорила? Так, 3, 4, 5, 6, 6. И где-нибудь здесь мы 7 вытащим.
все. Так, и вяжем вот эти вот, то, что мы не вязали до этого, петельки, их тоже провязываем. На изнаночной мы будем набирать петельки, оставшиеся еще нам 7 петель осталось добавить. Так, и наша петелька будет готова. Так, мы провязали все петельки. Теперь нам нужно здесь добрать 7 петель. И тут мы набираем изнаночной. Вот так. 2, 3. Вот по этим вот. Видите, вот по этим петелькам будем набирать. Так, 3. 4 5 6 7. Все, вот как видите, наша пяточка, как показать, вот наша пяточка готова. И дальше вяжем просто лицевой гладью прямо до самого носочка. Будем вязать прямо. Ну, в зависимости от размера, какой вы будете делать ноги. Провязывайте все без изменений. Так, вот как видите, вот у нас пяточка. Вот она и есть. Закрылась, закруглилась. Ну и вяжем дальше прямо.